Кухонные гарнитуры, шкафы-купе, библиотеки, прихожие. Мебельная фабрика стильной кухни занимает прочные позиции в числе динамично развивающихся предприятий нашего района. Оценить масштабы производства, посмотреть, как работают специалисты, приехали первый заместитель главы районной администрации по инвестициям Аминат Халидова и работники отдела промышленности и сельского хозяйства. Очень приятно, что одно из крупнейших предприятий по производству мебели полного цикла находится именно на территории Щелковского муниципального образования. Фабрика очень активно развивается. Сотрудники фабрики показали полный цикл производства мебельных конструкций от раскроя комплектующих до сборки готовых изделий. Все стадии производства кухонных гарнитуров сосредоточены на одной производственной площадке, начиная от раскроя деталей, обработка их и последующей сборкой. Мы можем произвести кухонный гарнитур любой сложности, под любые размеры заказчика. Используются только экологически чистые материалы. С каждым годом компания наращивает производство, и оставаться в нынешних условиях уже тесновато. Расширению предприятия посодействовала районная администрация, и уже к концу этого года стильные кухни откроют дополнительные складские помещения на участке в 7 гектаров. Подобный прирост позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет района и обеспечит около 600 новых рабочих мест. Очень большие объемы производства у предприятия, и, конечно, хотелось бы сказать, что администрация Щелковского муниципального района всегда готова помочь амбициозному инвестору на уровне решения вопросов местного значения. Наталья Медведева, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».